Я ж тебе хотел сказать, что есть такие интересные моменты, как с азотного, там, где мы очень хорошо сторону за песками держим, так, гахаем там. Вот как-то мы что-то начали гахать, бывает, в другую сторону. Сейчас идет обоюдное, это самый обмен любезностями. Ты не понял, наверное, да? Не. Три вперед, три назад. А, я понял. Теперь понял ты? Да. Три вперед, ну там было три вперед, два назад. Потом два вперед, три в Лидевку. Вот так вот. Я понял. Это наши. Ну да. И танкетка тоже, хлопчик у меня говорит. Стоит, говорит, три выстрела вперед, бах-бах-бах, туда, в сторону Георгиевки, за Марьинку. Швыранул, дуло разворачивает в обратку, бах, два штуки, блядь. Вот так вот. Интересно. Здорово. Здорово. Викторович, тут трех диверсантов привезли, гражданских россиян. Вот и приедут, будет с ними работать, будет опрашивать. Понял, хорошо, принимаем. Алло, Гриш, привет. Сегодня, когда там будете забирать там с Киевского райотдела вот ДРГ группу, 4 человека, скажи там, пожалуйста, когда их будут забирать, чтобы их рассадить по разным камерам. И попросили, короче, пофоткать их российские паспорта. Они граждане, 4 человека, граждане Российской Федерации. Это диверсионная группа. Кто будет забирать? Мы вообще говорили, но это нам надо забрать. Их надо нам забрать и позвонить Осману.